А перед началом этого видео хочу вам порекомендовать классный канал, который называется Top Shot. Здесь есть прохождение различных видеоигр, а недавно он замутил очень классный эксперимент, где он взорвал 20 зажигалок. Не забудьте поддержать канал лайком и подпиской. Здорово, народ, с вами вновь Любопыт, и давненько у меня не было роликов по всяким игрушкам. Просто не было никак времени их записывать, а тут еще и микрофон у меня сломался. Поэтому я на ПК никакие игры сейчас и не снимаю. Но я скоро куплю себе новый микрофон и снова восстановлю данную рубрику. Обязательно. Так вот, мобильные игры мне просто некогда было снимать тоже. В чем дело? В игре Granny глава 2 вышло очередное большое обновление. На самом деле, еще до этого было обновление тоже довольно большое, я вам его хотел показать. И в других мини-игрушках хоррор тоже были обновления типа Мистер Мит и прочие такие вот всякие. Ну ладно, как-нибудь в другой раз. А что было предыдущее обновление, вы, наверное, уже знаете. Добавили еще одну комнату в дом бабки. Там ходит, короче, ребенок с Ландрины, он там живет. И он, собственно, не убивает, но он может покусать, и на этот звук приходит бабка. Добавили еще новые предметы, такие как, например, мясо, чтобы вот этого мальца покормить. Типа ты его кормишь, пока он жрет, ты проходишь в его домик, ну типа домик. Ну, в общем, то же самое, что и паук, только в отличие от паука он тебя не убивает, а просто кусает. И в связи с этим добавили также новую гейм-овер-концовку, то есть бабка и дед тебя скармливают вот этому самому ребенку. Показывать вам я ее больше не буду. Вышло другое уже обновление. В общем, что там у нас? Опять-таки, новые локации, новые предметы. Еще сказано, добавлен новый способ сбежать из дома. То есть будет новая концовка при прохождении. Три способа у нас будет, короче, удрать от бабки. В отличие от второй игры. Тут и от первой. В первой игре было только два способа сбежать. То есть через главную дверь и уехать на машине. Во второй же части теперь... Помимо двух основных способов, то есть через главную дверь уплыть на лодке, будет еще и какой-то третий. Не знаю, какой именно. Сказано еще, добавлено новое оружие. Это тоже очень хорошо. И еще новая концовка Game Over. Вот давайте заценим эту самую новую Game Over концовку сегодня. Так, ставлю режим Easy. И да, ставлю обоих. Еще сказано, новые предметы, я уже говорю. Кстати, в предыдущем обновлении еще прикольные сделали анимации, типа бабулька моет посуду на кухне, а дед на кухне включает радиоприемник и начинает танцевать. Это прикольно. Надо будет обязательно, кстати, запилить еще одну часть приколов по Грэнни, потому что, блин, 600 с лишним тысяч просмотров уже собрал видос. Офигеть. Надо еще будет приколы запилить, а тут как раз моменты новые появились для них. Я-то почему больше не делал приколы? Потому что моментов никаких не было прикольных. А теперь они появились. Так, давайте пока не будем уж сразу подыхать, а исследуем маленько. Посмотрим, что появилось нового. Так, тут все по-прежнему. Там у нас Кракен или не Кракен, не знаю, кто там плескается в своей канализационной водичке. Бэ! И как ему только не противно. Так, здесь у нас ни хрена нету. Ой, а тут уже дед. А хотя, в принципе, дай мне леща. Я же сдохнуть собираюсь. Вставай давай. Бурей. Так, так-дын-так-дын-так-дын-так-дын. Это что, изолента? И зачем она? Раньше ее здесь не было. Ой, дед. Опять этот чертов дед. Ты меня заколебал, дедок. Дайте мне хотя бы немного исследовать. Ключ от... Там напи... Подожди, какой ключ? Хеликоптер Кей? Офигеть, ключ от вертолета это называется. То есть сюда что, вертолет добавили? Шикарно. Вот это поворот. Не было раньше такого в Грэнни. И, ну, теперь ясно, что за новый путь побега из дома. На вертолете от них улетишь.
Ну, теперь все понятно. Так. Посмотрим, что еще тут есть интересного. Пусто. А, так, тут все еще этот ключ. Опа, а это что? Блин, дверь закрыта. Но это был какой-то новый прикольный путь наверх. Только куда именно, не пойму. Деда здесь нет? Деда нет. Так это что? Кусок рисунка. О, дед начал танцевать. Ключ от лодки. Слышите, музон? Дед танцует. Так. Ой, бабка, блин, как я ее не заметил. Что вот это интересно за песня, под которую танцует дед? Надо будет найти. Ой, блин, он сюда чешет. Так. Ребенок кричит. Жрать хочет. Это там что за коробочка? Так. Тут иногда... Блин, здесь нет шокера. Жалко. Тут иногда шокер лежит. Надо заглянуть, что там в этой коробке. По-моему, там лежит новое оружие как раз-таки. Там у нас дневник Слендрины. Ну, короче, тут полно пасхалок на другие игры этого разработчика. Нет, блин. Кроме шкафчика с дробовиком ничего нет. Дед идет. Бабка там. Так. Бабки нет. Тут мясо, радио. Куда идет дед? Это что? А, инструкция по управлению вертолетом. Ну да, теперь все ясно. Иначе не с бухты-барахты же я буду. Опа! Это вот нам пригодится. Я это искал. Ой-ой-ой, бабулька. Не-не-не-не-не, не сейчас. Это что? Еще кусок рисунка. Так, о! А, вот куда вела эта дверь. Здорово. Часы бьют. Малец. Так, надо спустить воду. Сейчас доберемся до этого ящика и посмотрим, что же там в нем лежит. Ядрен батон, это гранаты! Ручная граната! О-хо-хо! Ну все, вам хана! Малец, я начну с тебя. А, звонит в колокольчик. Мол, пожрать мне дайте. На, жри гранату. Блин, я промахнулся. Надо спрятаться. Оу, щит. Бабулька меня спалила. Не-не-не-не-не-не-не. Отойди. Я хочу все-таки взорвать кого-то. Ну чё, так и будешь на меня тут пялиться? Или уже пойдешь покормишь мальца? А то он там с голодухи помрет. Алло, я с тобой разговариваю. А, ну да, точно. Ну и чё ты тут застыла? Все. Ну, наконец-то она ушла. Дед там опять музон врубил. Бабка меня спалила. Кстати, еще у бабки есть анимация, типа она на пианино играет. Но она была уже давно. Кто там так бесится, швыряется? Уж не этот ли малец?
Так, в первый раз я лоханулся. Давай, вали назад к себе. Сейчас получишь гранатой. Ну-ну-ну. Что за... Куда улетела моя граната? Отстань! На вот себе гранатку. Все, подох. И слендрина появилась. Так, сейчас примчится злая бабка. Ой, дед злой. Офигеть. Да, мне тут хана, конечно, придет. Сразу и бабка, и дед разозлились. Ну, отлично, я испытал новенькое оружие. Ладно, наверное, надо уже вздыхать. Посмотреть на концовочку. Так, все, ищем деда и бабку. Алло, вот он я. Он там что-то напевал, этот дед. Все, осталось сдохнуть последний раз. Самое главное, чтобы это была нужная концовка. А то могут старую показать. Вон ты. А, он сейчас спать будет, по-моему. Нет, он туда пошел. Бей. Давай, бей меня. Не, старая концовка. Короче, это последний пятый день. Сейчас я должен последний раз сдохнуть. И надеюсь, покажут нужную концовку. Тут, я не знаю, может от того, что я сдыхаю не от бабки, а, допустим, от Кракена, то это как-то влияет на концовку, но мне кажется, это вранье. Поэтому пусть меня сейчас убьет Кракен. Посмотрим, что будет. Нет, концовка все старая. Мне кажется, сейчас покажут первые три, а потом четвертую. И снова я встаю в пятый раз. Надеюсь, что в этот раз хоть концовку покажут ту, которая нужна. Если покажут с мальцом, то не буду ее пропускать. Не буду ставить запись на паузу. Пускай покажут, потому что, ну, я вам ее не показывал. Ладно уж, покажу сразу две концовки. Так, здесь где-то ходит дед. Вот он. Так, наслаждаемся концовкой. Да-да-да, я так и знал. Это концовка, где они меня скармливают этому мальцу. Она в меня мясо кинула, тут полно мяса, но он сейчас съест меня. Я не понимаю, почему он съел именно меня? Здесь же ему мясо полно наложили. Нет, он меня сожрал. Ладно, сейчас ставлю на паузу и опять прогоняю 4 смерти. Все, снова наступил пятый день, и он должен быть последним. Сейчас я наконец-то увижу новую концовку. Пусть дед даст мне последних люлей. Вот он, кстати. Ага!
Так, я где нахожусь? Я нахожусь в той клетке, которая рядом с дверью. Там... меня сейчас поджарят электричеством. Ясно. Тан-тан. Стучит деду. Мол, вон, пора. Давай, включай. Все, и хана мне. Я забыл только, где эти отключаются электрические разряды. Где-то они вроде отключаются. Ладно. Вот, это был мой конец. Теперь есть 4 концовки Game Over в этой игре. Это прикольно. Но в следующий раз мы будем уже убегать от бабки с дедом на вертолете. Потому что я так понял, что здесь вертолет добавили. Ладно, до нового видео.